Привет, земляне! Сегодня мы решили приготовить десертик. У нас уже поспевает кукуруза, вернее, она проходит стадию молочной спелости. Как раз такая кукуруза нам нужна. Нам нужна кукуруза молочной спелости, изюм, орехи и мед. Все это у нас есть в нашем супермаркете. Пойдем, возьмем это и начнем готовить. Так, земляне, мы идем по нашему супермаркету и подходим к полю с кукурузой. Вон та кукуруза нам не подходит. Она уже перезрела. Кукурузу молочной спелости будем искать здесь. Итак, смотрим. Покажите нам вот эту, пожалуйста. Нет, не то. Или то. Нормально, подходит. Замечательно, одна есть. Давайте посмотрим следующую. Вот эту. Вот она. Ну и вкусный же у нас супчик получится. Не супчик, а десертик. А, ну и вкусный же у нас десертик получится. Еще одна. Такими темпами можно и обожраться. Но мы делаем порции не больше, чем 300 грамм. Как у нас колосится кукуруза. Набрали кукурузки, идем на кухню. Итак, земляне, мы сходили в наш супермаркет. Набрали меда, орехов грецких, изюма. И на полочке специально, и на специальном поле собрали молочную кукурузу. Молочную кукурузу мы отварили. Варили полтора часа. Я думаю, все знают, как варить кукурузу. Положили ее в кастрюльку с водой, поставили на огонь, включили, и полтора часа она у нас кипит на малом огне. Изюм измельчили через мясорубку, то же самое сделали с грецкими орехами. С медом мы ничего не делали, просто налили его из большой бочки в маленькую посудинку. Сейчас берем кукурузу и отделяем зерна от початка. Все это делается элементарно, на ножичком. Нам не обязательно, чтобы зерна были целыми, так что... Все делается просто. Кукурузы мы уже просто так наелись. Обычно вы знаете, как их едят. Посыпают солью. И вперед. Я люблю вареную кукурузу вот так вот отделить. Полить медом. Что это, блин? И кушать ложечкой. И есть ложечкой. Ну, конечно, когда сидишь на пляже, и мимо проходит продавец кукурузы, нельзя никак от этого отказаться. Зовешь его. И берешь два, три, четыре початка на человека. Ну, у него, конечно, солька есть, посыпали сольку, и вперед сидишь, грызешь. Наблюдаешь за дельфинами.
Ну и еще одну. Как это? Вареная кукурузка, вернее, пляж. Мужской пляж без кукурузы. Я уж как раз сезон, когда сезон пляжного отдыха. Все. Закончили это дело. Итак, мы срезали зернышки с початка, отделить, чтобы было оно каждое отдельно, и засыпаем сюда изюм, перемолотый на мясорубке. Густеватенько получилось, ничего. Перемешиваем. Итак, перемешали. Ну, здесь, наверное, надо было бы изюм немножко распарить до того, как его перемолоть на мясорубке. Было бы это немножко легче. Но я сделал так. В принципе, ничего страшного. Слегка помучился, но... все нормально. Теперь засыпаем орешки. Так, перемешали. И сейчас добавим 2 чайные ложечки меда. Итак, мы все ингредиенты перемешали. Кукуруза, орешки, изюм и мед. Все по отдельности я очень люблю. Очень люблю кукурузу просто с медом. А когда здесь еще орешки и изюм, я думаю, будет удивительно вкусно. Я такое еще ни разу не готовил. Но этот рецепт я нашел в книжке, который мне остался от деда. Пробуем. Вкус изумительный. Остановиться нельзя. Готовьте с нами и приятного аппетита!